Всем привет! С вами Маша, и сегодня расскажу, что в моем портфеле. Он вот так вот выглядит. Я его не могу поднять выше, потому что он нагружен у меня учебниками. Да, у меня просто было много уроков, и из-за этого там много учебников. Ну, мне кажется, что там много. Сейчас я его открою, и мы посмотрим, что внутри. Внутри лежит, конечно же, дневник мой. Учебники и тетради, вот, их у меня очень много, поэтому вот и было мне тяжело. Ну, просто там будут рабочие тетради какие-нибудь, опять какие-то и так далее, поэтому у меня еще будет больше, когда еще 7 уроков, тогда это вообще плохо. Дальше у меня лежит пенал, в котором лежит 5 вещей, которые должны лежать обязательно. Это карандаш, ручка, корректор, ну да, обязательно для меня, ластик вот такой вот, ну не обязательно вот такой, конечно, но я просто показываю вам, что у меня вот такой вот ластик, и линеечка, вот, и вот так выглядит мой пенал. Дальше, в моем портфеле есть вот такой вот отсек, где лежит у меня запасная линейка, карандаш. Сейчас достану. Так, это циркуль. А, еще один карандаш. Набор линеек. Ну, тут транспортир и угольники. И две ручки запасные. У меня вообще прям так много всего запасов. Еще в моем портфеле лежит мой ежедневник. Вот так вот он выглядит. В нем еще как бы в нем написано что-то. Привет, я Маша, и это мой ежедневник. Это такая страничка, где вас встречают. Что мне нужно сделать за сентябрь? И моя музыка. Просто как бы. Вот. Еще у меня в портфеле лежит вот такая вот. Вот такой вот контейнер, где у меня лежит еда. Ну, потому что, как бы, в школе я обедаю где-то, ну, часиков 11, и до этого нужно ждать то 3 урока, то после этого ждать 4 урока, как бы, чтобы уйти домой. Вот. И поэтому я всегда ношу с собой еду, потому что в течение 3-4 уроков я уже хочу есть. Неважно, до или после обеда учебы. Вот. Теперь давайте перейдем к внешнему виду портфеля. Ну, в смысле, к внешним карманам. У меня есть карманчики по бокам. Они же есть. Да, они есть. И в них у меня ничего не лежит. Дальше, давайте перейдем вот к этому карману. Он мне очень нравится. Так, там у меня лежит мой кошелек, вот такой вот, в котором у меня лежат даже деньги сейчас. Да, у меня они лежат там. Ну, как бы я их беру, например, что-то купить в магазине, когда я не взяла с собой еду. И там у меня лежат наушники, потому что я никак не могу без наушников, когда либо иду в школу, либо иду из школы, ну, потому что... Как бы. Да, конечно, школа находится недалеко от моего дома, но все равно. Слушая музыку, как бы, мне нужно слушать музыку. Вот, все. У меня лежат наушники и телефон. И все. Мой портфельчик пустой, легкий. И вот, в общем-то, все. С вами была Маша. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.